Сегодня мариупольцы хотели провести марш мира. И, как мне сказали, на акцию собрались выйти более 50 тысяч человек. И это только в одном Мариуполе. А по Донбассу сегодня готовы выйти миллионы. Почему? Потому что люди устали жить в страхе. Устали жить в терроре. Устали выходить на улицы и попадать под пули. По Донбассу ходят с автоматами, с гранатометами. В городах бандитизм и мародерство. Это разве мирная жизнь? Это разве сильная экономика? Это разве достойная работа и достойная зарплата? Нет. И именно поэтому люди хотели выйти на марш мира. Но утром мне сказали, что в Мариуполе появились пулеметы, что мирных людей, мирную акцию хотят расстрелять. И я немедленно связался с директорами наших предприятий и призвал их приостановить участие в марше мира. Потому что человеческая жизнь – это главная ценность. И я никогда не позволю, чтобы пролилась кровь. Я призвал приостановить акцию. Приостановить, но не остановить. Потому что если мы остановим, Донбасс и дальше будет в крови. Я хочу сказать всем, мы не остановимся. Нас не запугать. Нас не запугать никому, в том числе и тем, кто называет себя некой Донецкой Народной Республикой. Скажите мне, пожалуйста, кто в Донбассе знает хоть одного представителя этой ДНР? Что они сделали для нашего края? Какие рабочие места создали? Ходить с автоматами по городам Донбасса – это что? Отстаивание прав дончан перед центральной властью? Мародерствовать в городах и захватывать мирных жителей – это что? Борьба за счастье нашего края? Нет. Это борьба против жителей нашего края. Это борьба против Донбасса. Это геноцид Донбасса. И я не позволю уничтожить Донбасс. Я здесь родился, и я здесь живу. И поэтому я призываю всех объединиться в нашей борьбе. За Донбасс без оружия. За Донбасс без масок. За Донбасс с мирным небом над головой. Сегодня представители так называемой ДНР захватили железную дорогу. Они не просто остановили железную дорогу, они остановили сердце Донбасса. Потому что промышленность Донбасса без железной дороги умрет. А значит, умрет Донбасс, наш трудовой край. И поэтому я призываю все трудовые коллективы выйти завтра на предупредительный протест по месту работы. И этот митинг начнется завтра в полдень с гудка, который прозвучит на всех предприятиях Донбасса. В поддержку мира против кровопролития. И пока мир не установится, каждый день в 12 часов по всему Донбассу будет раздаваться такой гудок. Я также призываю всех автомобилистов, всех патриотов нашего края присоединиться к этой акции.